Война, любовь, театр – три темы, которые раскрываются в новом спектакле «Звезда Победы» Ульяновского драмтеатра. Его премьера состоится в ближайшие выходные. Спектакль переурочен юбилею выдающейся актрисы, участницы Великой Отечественной войны, народной артистки России Лии Ефимовны Радиной. В этом театральном сезоне мы отметим столетие со дня ее рождения. Более 40 лет она посвятила ульяновской сцене. Автор идеи спектакля – директор драмтеатра Наталья Александровна Никонорова. В общем, конечно, я имела счастье с ней общаться. Это уникальный был человек, о чем говорить. Это такой колокольчик, очень позитивный, очень жизнерадостный, несмотря на то, что Лия Ефимовна прожила такую непростую, скажу даже, трудную жизнь, полную всяких трагедий. В волжский город актрису привез ее муж Матвей Шарымов, приглашенный в Ульяновский театр драмы как опытный исполнитель роли Ленина. В спектакле «Звезда Победы» роли знаменитых актеров исполнят Ольга Новицкая и Николай Авдеев. В спектакле также заняты заслуженный артист России Михаил Петров, Надежда Иванова, Александр Лебедев, Александра Дыдочкина и Юрий Ефремов. Режиссер постановки Денис Бухолов, Ирина Антонова, Даниил Сурков. Новости Улправда ТВ.